Чего такое? Ты послушай. Было, было у отца три сына. Двое нормальных, а третий басист. Ну и что? Ну как что? Басисты, они же такие тупые. Барабанщики тупее. Да нет, чувак, ты просто не знаешь. Реально, басист самый тупой в группе. Я знаю одного барабанщика, он очень тупой. Слушай, а давай проверим. Здравствуйте, я Андрей Бака. Здорово. Меня зовут Евгений. Меня зовут Никита Муравьев. Леонид Максимов. Мы, бас-гитаристы, намного лучше этих чуваков с палочками. Барабанщики – говно. Тупее, чем бас-гитаристы. Тупые. Привет, меня зовут Вася, и сейчас я докажу вам, что басисты самые тупые в группе. Привет, я Гриша Карпов. Надо прямо мою фамилию и имя. Меня зовут Степан. Басисты тупые. Тупее, чем барабанщики. Я здесь для того, чтобы напомнить, что вы басисты ничтожество. Назовите все падежи в русском языке. Ну, это, кстати, очень просто. Ой, так. Именительный, родительный, дательный. Дательный? Раздательный? Именительный, родительный, среднительный. Дательный, родительный, какие-то там еще были. Падежи? Именительный, творительный. Подержный? Склонятельный, обонятельный. Да, да, есть, да. Именительный, кому чего? Именительный твой. Три. А, погоди, их, по-моему, семь или шесть. Именительный, родительный, дательный, винительный. Кого чего, вот это же, да? Еще сколько осталось? Какой-то еще предательный. Предложный! Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Кто написал произведение «Горе от ума»? Чехов. Конечно же, прекрасный белорусский писатель Достоевский. «Горе от ума» — Гоголь. Нет. Вот я читал, но забыл. Этот... Достоевский. Гоголь. Плохо у меня с литературой было, 4 получалось в школе, не знаю. Грибоедов. В каком году Подольск получил статус города? Героя. Кто? Подольск? Это надо у нашего барабанщика спросить, он из Подольска. Подольск в смысле город? А, так, Подольск, по-моему, это... И кто писал вопросы? В каком году? А ну, получил? Это недавно, я там присутствовал, как раз помню. Не помню, не помню вообще. 1378. Ну вот смотрю, думаю, что происходит, а там статус города выдают. Похоже, я не смогу доказать себе. Можно звонок? Друг. Вы знаете, вот положа руку на сердце, 2010. 1781. Назовите столицу Аргентины. Не назову. Металлик. Чили? Ямайка. Анапа. Я просто, знаешь, я настроился уже на ржачный лад. Ямайка? Мне всегда казалось, что это так. Ямайка. Ямайка. Ну так и есть же, так и есть. Ребята, не слушайте, не нужно эти все вот эти атласы. Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес. Столица Аргентины – Ямайка. Назовите формулу спирта. Это я должен знать. Ох, что-то С. Блин, ну это же моя профессия. Ой, я не знаю. Я не пью. Опа, H2PO5. CH2PO там 3. Формула спирта. Какого? Этилового или борного? H2O в кубе умноженное на корень квадрата. Что-то такое, нет? Регулярный. Вот у нас на подиуме стоит. Металлик. Сейчас, да. Короче, там есть буковка С, H, O, по-моему. C2H5H. C2H5H. Ну, спирт это хорошо. Чему равна сумма углов треугольника? Мне кажется, вы заодно спасите. Чему равна сумма углов треугольника? Какого треугольника? Я не знаю. Треугольник. Равнобедренного? 66,6. Помню, что типа были какие-то там, была таблица, там все эти цифры. Я не знаю, 666. А,
чему равна сумма углов треугольников. С ума сошел, сумма углов треугольников. 120, да, по-моему? Дай калькулятор. 126 градусов тепла. 180 градусов, это известно каждому. Я же, как бы, черчение мой конек. 180 градусов. Как называют человека, играющего на тубе? Тубнист. А бока ответ, что ли, палит? Ну, на тубе же играет, он там туба, там, девочка из плюша. Там. Дети. Трубадур. Мы басисты, они тубнисты. А что это? Тубанист. Ты хочешь сказать, это школьная программа вопрос? А тубист? Тубист. Ты хочешь, чтобы я сказал тубист? Тубист. Тубисты. То есть, здесь тубисты. 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 Опишите, как происходит круговорот воды в природе. Круговорот воды в природе? В смысле? Понятия не имею. Она капает на землю. Ну, как-то попил водичку, потом пошел, пописал. Впитывается. Потом кто-то ее попил через несколько лет. Доходит до ядра. Я сейчас позвоню домой. Не знаю, просто. Алло. Круговорот воды в природе до сих пор неизвестный факт никому. Нажимаешь спуск. Происходит круговорот. Вот я еще слышал, что ниже экватора в одну сторону крутится, выше в другую. Если вот так с унитазом ходить через экватор, то он будет никогда не смоется. Водичка, в общем, в виде дождя выпадает на сушу. Фильтруется через сушу, соответственно, через почву, потом попадает в реку, из рек поднимается с помощью... Ну, в общем, это долгая история, но получается, что, в общем, она такая... Какой по счету от Солнца является планета Сатурн? Знаешь, там не был ни разу, хоть много путешествую. Смотри, первая. Тминун. Вторая. Марс. Третья. Земля. Четвертое. Марш Симпсон. Пятое. Свиглюс. А планета Земля какой по счету? Третья. Уверен? Относительно чего? От Солнца. Шестая. Кобзониум. От Земли какая первая звезда? Солнце. Правильно. И потом Сатурн. Да, Сатурн, значит, какая? Мне кажется, что пятая. Пятый, конечно. Четвертая. Третья. Восьмая. Девятое? Ну, допустим, пятое. Вот этого я точно не знаю. Ну, 15-е будет. Первое? Вторая. Шестая. Назовите трех басистов с именем Джон. Джон. Джон Траволта. Джон Отто. Джон Фли. Первое, что в голову пришло. Тайным увлечением Леннона была бас-гитара, он как бы не мог справляться, поэтому Маккартни позвал. Джон Демиденко, Джон Максимов и Джон Кузнецов. Ну это мало кто знает, для фанатов Битлз. И Джон Пасториус. Назовите трех барабанщиков с именем Дэйв. Дэйв Гроул. Дэйв. Еще какой-нибудь Дэйв. Блин, вот это сложно. Ну, так мы умные, мы не должны знать барабанщиков, по сути. Мы должны знать басистов, естественно. Подожди, мне только барабанщиков? Но знаю Дэйва Гролла. Вот. Жалко, Мустейн не барабанщик. Ну, Дэйв Мустейн точно не барабанщик. Не смог. Сколько раз с ним мы занимались, не смог. Дэйв Гролл. Вот так не умею. Насколько не умею отвечать. Люблю почитать заранее. Фу ты, Дэйв Ломбардо. Дэйв Уэйкл. Теперь, когда у нас на руках результаты наших исследований, мы можем с уверенностью заявить, что музыканты очень умные. Ну, если вы считаете, что одних басистов и барабанщиков недостаточно, то в следующий раз мы можем проверить, например, гитаристов и вокалистов. А клавишников? Зачем? Занимайтесь музыкой, учитесь играть. И мойтесь.
Не выключайте это видео, если вы хотите узнать, кто вообще все эти люди, а также не забудьте подписаться на канал и посмотреть предыдущие два видео.